Дорогие друзья, товарищи, гости канала, сегодня очень значимый день в истории многих людей, целых стран и континентов. Это День Победы. Поздравляю вас всех с этим замечательным праздником и желаю в наше неспокойное время чистого неба над головой, мира во всем мире. Ведь это именно то, за что боролись наши деды и прадеды, наши герои. Также желаю вам здоровья, радости, счастья и любви. Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забывается. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам, успехам и достижениям, даже если они незначительные. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к родному дому, к семье и близким. Пусть никто и никогда не увидит такой войны. Светлая память ветеранам, героям, мы никогда не забудем вас и ваши подвиги. С Днем Победы!